Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lucha.ru. И сегодня у нас с вами натуральный горный хрусталь от компании Silver. Посмотрите, какие интересные комплекты. С одной стороны, вроде бы такого лишнего ничего нет, почти классика. Но классика украшена вот такой вот косичкой, да, гладко вылизанные швензы, радирование. Все это дает такую дороговизну, такую законченность, завершенность. И, мне кажется, хороший очень базовый гарнитур, который в празднике может стать вашей палочкой-выручалочкой. Люблю такие вещи, они очень многоходовочные, да, как бы на многие вещи, во многих ситуациях они вам помогут. У сережек вес 15,6 грамм, делает это все Гонконг, серебро все радированное. Посмотрите, какой хорошенький здесь горный хрусталь. Швенза достаточно широко откидывается, английский замочек. На что хочу обратить внимание, что у нас сейчас есть два вида таких серег. Если ваши ушки, вам кажется, что вот такие сережки для них великоваты, да, и тяжеловаты, то есть второй вариант, дизайн прямо один в один, размер только разный. 9,2 грамма, да, верх одинаковый, а вот низ сделали разные по нагрузке. И колечки, шикарный совершенно перстень, видите, здесь идет прям гладкая такая форма, камень достаточно высоко парит в воздухе, за счет чего дает работать на свет, на прозрачность и показывает свою огранку. И опять же радирование у нас идет. По размеру колец 18,5. Знаете, кольцо за счет того, что вот внутри есть полость, мне вот на 18,5 хорошо, да, и на 17,5 я мерила, но чуть свободно, но в принципе носить можно. И что у нас есть еще по размерам? Колечки у нас есть 19 размер, в принципе они все одинаковые, как бы смотреть можно, тут такого ничего разного нет. 18 размер. Хотела примерить на 17,5. И радость для тех, у кого нежные пальчики, 16,5. Так что практически любопытство всех женщин мы удовлетворим. То есть размерный ряд очень хороший. Поэтому заходите, выбирайте, покупайте базовые модели. Они всегда во многих случаях нас выручают. И все цены на нашем сайте lucha.ru, WhatsApp, любое видео по запросу всегда будет у ваших ног. А мы вас ждем в нашем магазине. Всего хорошего, до свидания.